Абсолютно правы то, что вы испытываете, потому что когда человек лечит, он берет карму других людей, понимаете? И поэтому вам из божественной энергии, вот именно очищающей, вы прекрасно знаете, я тоже врач, и вы прекрасно знаете, что кто болеет наиболее нетипичным образом? Это врачи. Если врач поступает в клинику, в хирургическую, вся хирургия в панике, потому что знает, что осложнения будут именно у врача, да? Почему? Потому что мы берем карму на себя. И поэтому вам нужно, как никому другому, подобного рода использовать мантры и так далее. То есть вот как раз-таки вам во время приема внутри себя, вы вот что-то пишете, говорите, а внутри о шанти-шанти вот это крутите. Оно поможет вам.